Здравствуйте, уважаемые любители хоккея, говорит и показывает город Павлодар. Киртыш на своем льду примет команду «Снежные барсы». В нашем матче выигрывает его, попадает в игрока «Снежных барсов». Здесь очень опасно на пятаке. Видим Артема Игнатенко. Ну а здесь первое удаление в сегодняшнем матче. Вот вы видите сейчас этого хоккеиста на своих экранах. Кирилл, замах, бросок, отбивает шайбу Павленко. И есть первая шайба Дениса Гурева в текущем сезоне. Артем Игнатенко шайбу мимо соперника. 1-1 здесь. Диас Гусейнов. Хорошая передача на Косенова проходит. И еще из-под Путилова передача. Ой, как здорово. Вот это да. Хороший перевод. И успевает Денис Гурев поставить клюшку. Но таких бросков почему-то немного. Асуханов, здорово. Бросок. Павленко не прижал шайбу. И Асуханов на добивании делает счет равным. 2-2. Реализуя тем самым большинство. Маркабаев. И пошел вперед Батыр. Хорошая возможность. Бросок в ближний угол. 3-2. Пытался здесь сработать. Но и здесь очень невынужденное удаление, конечно. Не очень хорошее. Вот он, Олег Бойко. Тоже уроженец Павлодара. Капитан команды с ним. И контратака «Снежных барсов». 4-2. Здорово разыграли. Бойко. Бойко. Хороший момент. 5-2. Шейхмеддинов дубль оформляет. Оставляем команду «Снежные барсы» с двумя победами в Павлодаре. Болельщикам Иртыша, но не унывать, еще все впереди, сезон только начинается. Еще раз победа «Снежные барсы», а вам, уважаемые.